Добрый день, друзья. У нас опять Люся и Пипетка укладываются спать. Вернее, Пипетка уже спит. А Люся за ней ухаживает обычно. В обед они в детском саду. Да и у меня нет совсем времени, чтобы их снимать. Но сейчас не очень хорошая погода на улице. И у меня есть возможность посидеть с ними дома. Я почитала ваши замечательные комменты, которые вы написали под видео, как Люся будила Пипетку, и решила поснимать вам еще их общение. Конечно, несколько людей, но я так понимаю, это вновь пришедшие, написали глупости о том, что уберите обезьяну от котенка. Я думаю, что они увидели только это видео случайно, которое им попалось. Сейчас посмотрите. На руках у Люськи линии жизни. Как и у человека. Буковка М, видите? Я вам давно хотела показать это. Да. Написали, уберите, да. Куда, куда? Я не забираю твою Пипетку. Обезьяну от котенка. Они не знают, что это друзья. Да. Ты так на них реагируешь, да? Ну не надо камеру грызть. Поэтому я думаю, они так написали, что это удивительно. Видеть. Там кому-то показалось, что Люся сейчас глаза у котенка выделит. Никто ничего не выделит. У Люси очень мягенькие ручки. И она все это со стороны может быть еще. Может показаться людям, что она как-то вот грубо. Потому что мы люди оцениваем все вот со своей точки зрения, да? У животных все по-другому. У них другие болевые пороки. У них другие ощущения. Никогда кот не позволит, даже вот такой маленький котенок, вы это прекрасно видели на Марселе, любой кот терпит столько, даже если он спит, он проснется, если ему больно. Столько, сколько ему комфортно, приятно и не больно. Этот котенок, ой, папа пришел, да? Этот котенок прекрасно может постоять за себя. И поэтому, если бы ему было хоть немного больно, да, Люсечка, то он бы уже Люське все глаза бы выцарапал. Однако ему хорошо, да. Кто-то там копошится, это так вот, как когда у вас там парикмахер, да, или стилист там что-то вот в волосах там моет, что-то делают вам. Вот точно так же, по ощущениям, этот котенок, раз он терпит, видите, она ему уши смотрит, чистит. Да, человеку может показаться, что она там отодвинула жестко. Но это глупости. Она ему, потому что у него тоже и шерстка. Она же не просто где-то. Она смотрит, где шерстка слиплась. Да? Где там, он же тоже там бегает. Вот раз, руки вытерла. Тут усы проверила. Ага, все торчат в разные стороны. Все в порядке. Да, Люсь? Скажи, я знаю, что делаю.
Поэтому пипетку отсюда вытащить, это нужно еще постараться. Я показываю это в роликах, что все котята уходят, хотя тоже не хотят. Но пипетка фактически не отходит от Люси. Да, мои глазки человеческие. Уж скажи, явно не потому, что ему больно, да? Люсь, ты помягче. А то опять начнут писать, что ты буквально там ему что-то выцарапываешь. Что там? Что? Ты рот открываешь, да? Там зубы? Ты еще и во рту хочешь поковыряться? Стоматолог ты наш. Скажи, пациент, откройте рот. Но характер, конечно, у пипетки вот копия папа. Чтобы выдержать такое пристальное к себе отношение. Ты моешь ухо? А то скажут наши диванные эксперты, что ты фактически откусила его. А сейчас села на голову. В прямом и переносном смысле. Это не я говорю, Люся. Это хейтеры пишут. Вон, смотри, пипетка твоя. Повяну. Люся! Люся. Все. Почистила, да? Сначала она за пипеткой ухаживает, потом укладывается сама спать. Дух, дух. Дело в том, что сон обезьяны короче, чем сон котенка. И поэтому она позже ложится, только когда понимает, что уже котенок не будет с ней играть. И раньше встает, чем котенок. Потому что Люся может за день лечь несколько раз, но понемногу. Бывает, конечно, такое, я вам говорила, что она и полтора часа спит. Но это вот как раз-таки... Ну, я же не рассказываю все твои секреты. Это как раз-таки Люся. Люся, Люся, Люся. Как раз-таки, когда рядом с ней котенок. Одна она спит еще меньше. Люся! Все, иди спать. Иди спать. Люся, спокойной ночи.